Друзья, всем привет! Привет, ребята! Очередная пробежка. Вчера бегали по стадиону. Сегодня бежим на новую почту. Да, у нас интересная такая новость для вас. Мой папа выиграл в чемпионатах или что? Да. Мне написал всеукраинский центр физического здоровья населения. Спорт для всех называется. Это государственная организация о том, что я выиграл онлайн-акции «Допомога спорту». Да, и мне выслали сувенир. Вот сейчас мы бежим за Нилой его получать. Акция заключалась в том, чтобы отослать свою историю, как ты пришел в спорт. И я это сделал. И со всей Украины 10 финалистов отобрали. И на сайте выложат эти истории и выслали сувенир. Вот мы за ним и бежим. Министерство молоди для спорта Украины. Спорт для всех. Центр физического здоровья населения. Получили посылочку. В ней футболка и кепочка. Сейчас мы бежим куда-то туда. Я не знаю, куда это будет. Бежим туда, не знаем куда. Да, бежим туда, не знаем. Расскажи, как у тебя ощущения после вчерашней пробежки по стадиону? Не устал ни капельки? Потому что вчера у меня было очень сложно, поэтому не устал еще ни капельки. Легко пока что. Пока скоро легко. Скоро будет 2 километра. Да, скоро 2. И, ребята, еще на сильном морозе не повторяйте мою ошибку. Никогда не облизывайте этим языком. Губы. Ну да. Как я это все время делаю? Никогда не лежите руки. Ребят, никогда осенью не пилите деревья просто так. Ну и не делайте им больно, не отрезайте палочки. Ну и ничего не делайте, не пилите. Наш 8-й выпуск. И сейчас мы спросим у моего папы, сколько мы пробежали. Да, пробежали мы сегодня 4 километра 940 метров. Время 40 минут. А темп? Темп 8.06. Сбегали, получили сувениры от Министерства молоди и спорта Украины. Спасибо им, что развивают любительский спорт. И вот кепочка, которую я как раз сейчас. Всеукраинский центр физического здоровья населения. Спорт для всех. У меня тоже тут написано спорт для всех. Да, спорт для всех тоже кепочка. Футболочка и кепочка. Мы заканчиваем наш 8-й выпуск. И хорошего вам дня. И, ребят, я забыла вам одно сказать.
А вы вчера поздравили своих сыновей? Думаю, да, сынов. Или дочек. Кто у вас есть? Всем удачи, хорошего дня. Адьос. Пока. Пока. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.